Приветствую всех из Одессы. Сегодня 12 октября 2023 года. Одесская область на 100% готова к отопительному сезону. Об этом заявляют в областной военной администрации. Отопительный сезон в Одессе, в Одесской области начнется с 1 ноября. Проблемных вопросов по технической подготовке объектов жилищно-коммунальных хозяйств и социальной сферы нет. Отопительный сезон планируем начать с 1 ноября, но для этого нужно, чтобы 4 дня подряд температура на улице была не выше 8 градусов. Поэтому из-за этого начало может сдвинуться на пару дней. Это сказал заместитель директора департамента системы жизнеобеспечения и энергоэффективности Одесской ОВА Владимир Карпич. Еще вчера сообщали о том, что отопительный сезон начнется с 1 ноября. Но все будет зависеть от погодных условий. Само собой разумеется, если погода будет стоять теплая, то отопительный сезон переносится на определенное время. Я, честно говоря, даже не вспомню, которого числа в прошлом году включили отопление, но помню, что я уже даже записывал видео с возмущениями относительно того, что уже в квартире было так достаточно прохладно, а отопления еще не было. И буквально потом через день-два его уже дали. Но радует то, что все готово, и топить есть чем, поэтому будем с теплом, надеюсь. Всем хорошего дня, подписывайтесь на канал, до встречи, пока!